Всем ассаламу алейкум, уважаемые подписчики и дорогие друзья. Вот я обновил CarParking. Вы тоже обновите, я оставлю под описание. У меня я был в шоке. Тут новый Audi A9, новый Audi, вот такая A9 или A8, пишите топ комменты. Какая из это Audi? Тут у нас имеется Audi, и такой Audi есть, и новые автомобили тоже обновились. Только Audi тоже обновлена, и такая Dodge, и такой новый автомобиль тоже, Ford Mustang тоже есть такая. Вот такой стиль обновлена. И еще есть автомобили более четкие. Если вы не знали, я все это оставлю под описание. Такая X-BMW есть такое обновление. И такой же взлом. Можно купить за 0. Итак, все это есть. И такая Mercedes есть у нас. 223. Никакая Mercedes. Вот обновлена. Так у нас автомобиль все в обновлении. КТР тоже обновлена такая. И я вам буду кататься и вам показать все, что как. Такая же взломка, такая же хуйня, только все обновления тут есть. Я это оставлю под описание. Ну, я буду кататься на таком BMW завтра, 12 марта, 19:50 будет сходка Mercedes-Benz, и я перед вами буду показать все это Merc, любые автомобили. Это BMW X7 или X6M, пишите тут комменты тоже, интересно. Итак, я по-своему оставлю свои номера. Итак, какие номера я оставлю? Это такие правильные такие номера я оставлю. 05 регион, М3 единицы. Итак, я был в шоке, когда я обновил это. Спасибо, мне посоветовал один друг. Спасибо тебе огромное. И желаю счастья, добра и так далее. И я вам рекомендую все это обновить. Вот обновление тоже есть. Вот. Та же самая, только обновление, как всегда, вы должны делать, как обновление. Ну, как обычно, как всегда, моторы, все это есть. Все точно такая же. Только автомобили добавлены новые и так далее, но я решил это поснимать, это все это сделать съемку туда-сюда. Ну, как вы думаете делать и эту посадку и так далее. Но я отправил заявку на обновление. Спасибо вам, уважаемые разработчики, за обновление. Итак, за это обнову ставьте лайки, пишите там комменты и так далее. Итак, такие Audi тоже есть, все эти Mustang тоже есть. Я буду показать, кататься, это обзор на обновление, взломку CarParking, мод много денег. Итак, я выйду на сервер онлайн и буду шокировать всех. Итак, у нас есть такая же BMW X7 или X6M. Ну, пишите топ комментов, какая из это автомобиль. Итак, ну, я путаю это автомобили. Так, чуть-чуть развлекает. Так, ты тварь, говнюк. Вот такая же.
Так, я посмотрю, как салон выглядит этот авто. Так. Вот. Так, точно такая же, только только чуть-чуть обновленная. И так я посмотрю реакции этих людей, какие реакции у них будут. Так. Что пишете? Что тут УАЗики тоже есть, да? Что за УАЗики и МАЗики тут? Что за ХАЗики тут? А, УАЗики тоже есть, а, все обновленное. Сейчас вы будете шокировать. И напишу, за сколько возьмут этот X7. $45 нам возьмут за эту цену. Точно такая же BMW этого человека тоже есть. Так, кто сказал? Так. Угу. Так. Пойдем, давай, давай, да? 45 дней. Yeah.
Так, минуты продам за 45 лям. Так, я обязательно ставлю это под описание. Так. Напишу 45 лям. Вот, купили. Так, сейчас я вам покажу новые обновленные тачки. Итак, завтра жду вас всех. Я на этот раз оставлю под описанием мой ID. Вот так она имеется. Раньше она была такая, сейчас имеется таким видом. Так. Остальные автомобили как обычно. Вот такая мустанчик у нас Shelby 178 кузов. Так, мне интересно стало Audi, такая же Audi. Мне интересно стало, какая это Audi, раньше это не было. Обязательно пишите топ комменты, какая это Audi. Сам не знаю, что за это фигня, что за фуфло, что за фуфо блядская. Так, я ставлю номера, обязательно это получка оставляем номер. Итак, такая номера все хотят. Все хотели такие крымские номера. Так. Так, 3 двойки. Во, такие. Так, тут я не оставлю нихуя такой номера. Итак, что у нас по спойлеру? Какой спойлер? Оп, оп. Так, колеса уже обновленные стали. Обычно вот моторы, движки, все это, как обычно, как всегда. Я еще отправлю запрос на обновление. Так, вот так она выглядит, пока что на посаженном виде. Итак, понасоска, да ёбаный ты светонец. Так, сразу я вам покажу салончик. Так, я что сделаю? Так, чуть-чуть назад, да, что ли? Короче. Вот так она выглядит. Такая у нас салончик новая Audi. И я это все оставлю под описание. Так,
Сейчас я буду включить зеркала. Будет ли выглядеть задний вид? Нет. Раньше в этот компьютер есть камера, тут камера нету заднего вида. Итак, поехали посмотрим, как она валит, что она может. Вот такой у нас RP, это карпарки, вам умноленная версия. Сейчас посмотрим, купит ли этот Audi. Так, сейчас я напишу на реакцию. Я точно не знаю, это A8 или A9. Итак, за 30 лям. Я точно не знаю, что за это Audi. Так. Ну, у нас места тоже стало одновременно, да?
и привлекает зараза. Итак, я вам показал обзорчик маленький, этот карпаркинг. Сейчас я продам одному человеку, как. Вот я сделал так же. Так, пусть он едет, тварь могущая, ебаная. Ты пидор. Так. Сделаю вот таким способом. Так, я это специально сделал, чтобы вы видели, как я подготовлюсь этого. Итак. Я слышал, там есть новые винилы туда-сюда. Сейчас я посмотрю, Audi тоже есть. Так, обычный BMW. А, X6. Так, что мне взять, ребята? Это что за машина? Мустанг, что ли? Или... А, Шельби, что ли это? Да, это Мустанг, а это Шельби. Тот же самый Мустанг, тот самый. Где это была гребаная пизда, вот. Только кузов по-другому. Да, Шельби. 178 кузов. Если я не ошибся. Так. Такое мясо возьму, пожалуй. Так, что за кто-то? Что за номера? То есть... Так... 35-й... Угу. О! Норма. Так... нормально. Так, что мне взять? Что за колеса мне взять? Ребята, на красоты такую, что ли? Так, еще что есть? Я каждый месяц обновляю карпаркинг. Вы тоже так делаете. Так, что мне сделать еще там?
на проверке, так, для проверки сделаю. На проверке сделаю такие мини, так, стопа. Ну что, новое что ли это? Оп. Так. Угу. Такие. Ну, потом я оставлю все это номера туда-сюда. Так, это тоже. На проверку, как она выглядит, будет выглядеть это. Так. Ну, этот X6M, ребята, извините за это. Только обновлена, только там багажник. Даже не ставили, как будто у охотника. Да, на рыбалку, охоту, туда-сюда. Специально для этих все сделано, создано, спасибо им, разработчикам. Так, что я сделал, я понял, что. Угу. Так, нормально. О, норма, норматив. Так. Отлично. Так. Отлично, все нормально тут. Так. О, четко. Как вам такая мерс?
Или так же оставят, что ли? Как думаете? Ну ладно, похуй, ставлю. Так, бункер. Такая бункерская. И мне осталось ставить номера. О-хо-хо-хо. Нормально. Так, всем спасибо. Всем желаю счастья, добра. Всем салам алейкум. Завтра жду всех на стриме. Сходка. Кар-паркинг. Так. Я одно место я забыл ставить. Чуть-чуть места осталось. Чуточку. Так. Как вам такой Марс, ребята? Все? Секас. Просто секас. Всем доброго, до свидания, салам алейкум.